sing, sing, sing. Everybody start to sing. Ding, da, da. Now sing me this wing. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. Ding, da, da. Now sing like everything. When the music goes around, and everybody's gonna do that. But here is one thing you should know. Кончится этот чертов дождь. Так он не был автобуса. Автобус не приходил давно. Ну вы не расстраивайтесь. Пока что купите лучше цветочек. Смотрите, какие красивые. Нет, меня нет, не очень. Я вам люблю меня. Нет, а Совин, мельче у меня нет. А зачем цветочки? Два пенса. Ну так дорого. Ну, а что, что-то жить? Нет, автобус не приходил. Ну посмотрите, прям на вас. Девочка, не прессовай, у меня и вправду нет, не очень. Постой-ка, у меня есть 3 монеты по полпенса. Ну, все устроится. Спасибо большое, дядя. Взяла деньги, подарила ему цветов. Видишь того типа за колонной? Он записывает каждое твое слово. А что я такого сделала? Мне что, цветы нельзя продавать? А что она вообще натворила? Да вот достопал ее легавый. Какой? Вон тот за колонной. Хватит, хватит! Ай, девчонка. За кого вы меня принимаете? Все в порядке, это джентльмен. Глядите на его обувь. Она думала, сэр, что вы легавый. Ничего я не думала. Извините, а что значит легавый? Легавый – это... Это вроде сыщика или полицейского агента. Разве я похож на полицейского? Пожалуйста, не заявляйте мне. Ну, я же правда ничего такого не сделала. О чем заявлять? Вас даже ничем не обвиняю. Право, сэр. Хоть вы сыщик, но вам вовсе незачем меня ждать, когда я вас об этом не просила. Сегодня понятно, что у девушки не было других намерений. Конечно, я вообще...
называют ваши близкие из Селси? Откуда вы знаете, что мы родные из Селси? Неважно, откуда я знаю, ведь это же так. А вы? Как вас занесло так далеко на восток? Вы родились в Лисандрове. И что я там родилась? Мне что, нельзя приехать и жить здесь? Да я там жила, как не пойми кто. А здесь, ну, хоть что-то могу сделать. Живите где хотите, только перестаньте. Например, на солнечном парке на Пэклэй. Имеешь право. На солнечном парке на Пэклэй. А знаете, я с вами, я не против с вами сидеть, живущую проблему. Откуда я родом, вы знаете? Из Хоксона. Угадали, ничего не скажешь. Ты бы действительно все знаете. Прошу держать себе дерзость по себе. Извините, я сказал это вслух. Это так невольно, но вам кажется, нужно такси, да? Мы прибыли, вам страшно признать, сэр. Знаменитого алфавита Хиггинса. Чего может быть? Я профессор Пикеринг. Я же приехал из Индии, чтобы познакомиться с вами. Я как раз собирался в Индию, чтобы повстречаться с вами. Где вы живете? Уайлтон Стрит 27A. Я увижу вас завтра. Я же остановился в отеле Карлтон, чтобы встретиться с вами. Пройдемте со мной, еще успеем перекинуться с речком за ужином. С удовольствием. Нет, класс.
в 4/4 часа скатился с жизненной горы изобретатель колеса. Нет, этому профессор Хиггинс нас пока не обучал. Может быть, хотите еще раз спросить? Нет, спасибо. Я думаю, на сегодня хватит. Да, ужасное напряжение, честно. Я-то гордился, что могу произнести отчет на 24 гласных. Но ваши 130 сразили меня. Я в большинстве случаев даже не мог уловить разницу между ними. Ничего страшного. Это всего лишь вопрос привычки. Вначале вы не улавливаете разницу, но слушайтесь хорошенько, и вы поймете, что они отличаются друг от друга как А от Б. Девочки, напишите пока 25 раз. Подайте 5 раз. Это юный особо желает вас видеть, сэр. Юная особа? Что ее угодно? Видите ли, сэр, она утверждает, что вы будете очень рады, узнав, зачем она пришла. Самая простая девушка, сэр, из самых простых. Я бы сразу выпроводила ее. Но я подумала, вдруг она вам нужна. Не знаю, правильно я поступила, а потом иногда приходят такие странные люди. Ничего, миссис Спирс, а у нее забавное произношение. Кошмарное, сэр, просто кошмар. Я не понимаю, как их могут называть такие вещи. Тащите ее сюда, миссис Пирс! Какая удача! Я вам покажу, как я делаю запись. Заставим ее говорить. Я запишу ее сначала по системе Белла, затем латинским алфавитом. Потом запишем ее на фонограф, и вы можете прослушивать запись сколько захотите, сравнивая с двух сторон скрипки. Сейчас. Это же та девчонка, которую я встречал вчера вечером. Вспомнили, да? Она нам не нужна, у меня достаточно записей с лесенгосным жаргоном. Уходите! А вы не сказали, о чем я приехала? Ну так все, за деньги, которые мне вчера кинули. Какие глупости. Мне не знаю. Неужели вы думаете, что такому джентльмену, как мистер Хиггинс, не все равно, на чем мы приехали? Конечно, не надо. Вообще-то я за делом пришла. Ну и за каким? Были бы вы джентльменом. Да, это миссис. Мистер Пикеринг. Как мы поступим с этим пудлом? Мы можем ей сесть или вышвырнем ее за окно. Вы что, если позволяете? Чего вы хотите? Я хочу работать в магазине. Но меня туда не возьмут из-за моего произношения. Поэтому я пришла к вам, чтобы брать у вас уроки. И вообще-то буду за них платить. Сколько? Настоящего француза. Всего 18 лет сейчас. Ну а вы же не будете меня обдирать и брать больше за мой родной язык. Поэтому не дам обоже ширину. Хотите, берите. Не хотите, ну как хотите. Сядьте. Спасибо. Чай. Плачьте, зато кто-то возьмет в мой
в метлу и вышвырнет вас отсюда. Полегче, пожалуйста. Это платок. Он для того, чтобы вытирать глаза, вытирать нос, вытирать все, что кажется мокрым. И запомните, вот это рука, вот это платок. Не путайте. Бесполезность, не говорит мистер Хиггинс. Она же вас не понимает. Кроме того, вы не правы. Она платком вытирается. Это он мне дал, не вам. Боюсь, если не миссис Бирс, что теперь придется снимать платок в ее собственность. Миссис Хиггинс, мне пришла в голову замечательная мысль. Помню, вы говорили то, что сможете из нее сделать герцогиню в этом посольстве. Так вот, если вам это реально удастся, я признаю, что вы лучший педагог в мире. Готов ставлю пари, что у вас это не выйдет. Я даже готов оплачивать ей в рот. Правда? Спасибо вам большое. Очаровательно. Она так непринужденно вульгарна, так невероятно грязна. Подождите. Вообще-то я мыла и руки, и лицо, хотя бы к вам прийти. Все-таки к людям иду. Я согласен. Я сделаю герцогиню из этой чумички, из этого вонючего окурка. Дайте мне полгода, сэр. Нет! 3 месяца. И я свезу ее куда угодно и выдам за кого угодно. Начнем сегодня же! Сейчас же! Кто-нибудь! Помойте ее хорошенько! Не поможет мыло, трите наждаком! Плитой, надеюсь, вы уже затопили! И снимите с нее эти тряпки! И сожгите! Позвоните в Майкли и попросите заказать все новое! Девочки, давайте, вставайте!